Представляются «Черный угол», Лавкин Дмитрий по прозвищу «Директор завода». «Красный угол», Теремшонок Максим по прозвищу «Терем». Готовятся Беспятов Роман и Волчанский Алексей. Дмитрий, давай расскажи пока о себе, а то ты у нас толпуешь, да, он человек? Чем занимаешься, директор завода? Не все занимался? Короче, плавание. Какого завода? Плавание, борьба. Чем вообще, как вы директор завода? Вырубал людей когда-нибудь? Какой завод? Ни разу. Какого завода? Я вырубал. На заводе, да? На заводе рубит всех людей. Директор. Не говори, куда, чтобы мы приходили. Макс, Бога, брат! Пойди на середину. Правила Бога соблюдай. Слушай, моя команда, разойдись по вам. Готов? Стоп, стоп! На середину стой! Ребята, крупный ринг завалит. Как все уже успели заметить, у нас более высокий вес. Категория выше 80. Кричай, голосовай! Все красавчики, кто вышли, такие фразы просто неприемлемы. Давай, 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 давай! Работай, работай! Работай, Макс! Давай, давай, скручивай! Скручивайся! Работай, работай, твори! Двигайся, двигайся. Давай, давай, давай. Стоп. Стой. Дыши, дыши. Бой. Все, все, все. Давай, 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 давай. Бой! Держи! Давай, снег, стой! Очень круто, интересно. Да, да, именно такого мы ждем на стрелке. Теремшонок, Теремшонок Максим. Что, мужики, есть что сказать? Есть. Слово вам. Большое спасибо организаторам. Участвую уже второй раз. Все очень нравится. Большое спасибо, да, Валенту за подаренный опыт. Да, Макс, две победы. Спасибо. Две победы. Две победы, да. Ну что, значит, ничего не заниматься очень долгое время. Занимайтесь спортом. Спасибо, стрелки. Здесь нет проигравших. Здесь только победители.